Так, давай вот эту хуйню подвинем. Давай, куда? Ну вот. Херню, ты имел в виду... Ты имел в виду колыбельку или Кевина? Да я и то имел в виду. Так и зачем мы... Да зато покатался! Зачем мы двигали вообще эту колыбельку твою? Так, смотри, короче, сейчас покажу. Это что такое? Ого! Ничего себе! Ну стой, дерни так, обратно! Я... Ну-ка. Открывай давай! Чёрт, Кевин, стой! Всё, давай. Ай, блин! Ой! Я пошутил, я просто встал на эту платформу. Окей, надо же осторожнее, Что там внизу? Так давайте. Там арсенал и. Сейчас арсенал. Сами все увидите. Арсенал? 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 Это что, пиво, которое такое есть? Или команда футбольная. Кевин, давай спускайся. Погоди-ка. Тут такая реверберация какая-то. Чувак. Ух ты! Дробовики. О! Ничего себе! Стоп, у меня уже есть одна винтовочка, так что думаю... Не, я ее забираю. Окей, Кевин. О, тихо, руки ты меня... вверх! Осторожно. Нормально? Да нормально, нормально. Кевин, это... Что еще нужно взять тут? Молотки какие-то и прочее. Ну, что? В принципе, у меня есть дробовик. Это... Да, Что? Ну, кстати, так, лопатку надо взять бы. Кто-нибудь копать умеет вообще? Боб, строитель! Ну, на самом деле я бульдозер. Так, хорошо, значит, ты берешь лопату и. Взял. Наверное, кирку еще прихвати. Кирку, я думаю, а какую? Пригодится. Ржавую или нормальную? Господи. Да нормально бери. Железную. Не, давай же. А, это не ржавая, это деревянная, ну ладно, если сломается, потом будешь руками. Так что. Я тогда возьму флэрган. Думаю, он пригодится. Только. Ну, патроны-то хоть есть? Слушай, а где патроны и все такое? В сейфе посмотрите, так. О, слушай, а какой там пароль? А ну-ка, я попробую. Он открыт должен быть. А, да? Ну ладно. Попробуй. Давай, Кевин. И правда. Да, все, ребят, поднимайтесь потом, хорошо? Держи, братан, держи. Давай. Держи. Стой, это еще не все. Забери часть. Сейчас я все выложу. Отойди, чтобы этот не отрикошить его. Во. Давай. Во. Нормально. Ну че, пошли? Давай, давай, поднимайся. Закрой, давай, не забудь. Так, давай, все, закрываем. Все, пошли, Кевин. Пойдем. Крис! Так, ну что, вы там идете? Да-да-да. Вы там закрыли, все нормально? Да-да-да, все закрыли. Куда мы идем? Так, сейчас, короче, все увидите. Идем сюда. Окей. В принципе, не так холодно, просто снегопад, ветра особо нет. Не-не, что-то... А я еще пропироделся, у меня штаны еще теплые. Так, Кевин, короче, лопата. Все, я понял. На старт. Внимание. А это что вообще такое? Сейчас он откопает и его увидим. Ух ты, это. Так, я. Вы где? Это что, гараж? Да. Я. Стой, погоди. Я думаю. Окей. Давай пока зайдем. Давайте. Давай пока зайдем, а Кевин-то прокопает. Снежки! Снежки! Кевин, погоди, ты мог бы прокопать так, чтобы машина могла выехать? Там же машина, правильно? Не вертолет какой-нибудь. Да-да-да, вон, видишь, там через окошки видно стоит. Окей, ну ладно. Моя малышка. О, нифига себе. Нифига себе. Ворота даже не заклинили нормально. А в ней печка-то есть хотя бы? Как в Жигуле. Да. Нет, чувак, печки в ней нету. Но. Извини, конечно, меня, но это. Ты когда последний раз ее вообще выгонял, так сказать? Ну я не помню. Уходи из дома. Какой смысл мне вообще ее трогать? О, ребят! Черт! Да я случайно там, че, вода что ли? Что делать? Ну это, может, заставишь там, не знаю, воду. Давай! Ну так вот, давай, это, открути там бензобак, чай, я нажму кнопочку. Ну, рычажок. Ты что-то окно не закрыл? Ну, я потом закрою. Так, все готово, пацаны. Все, все, все. Иди заправляй. С какой стороны тут? Да вот, осторожно. Кевин, сделай просто подъем наверх, так сказать, чтобы мы могли выехать. Ладно, сейчас, подожди. Окей.
Давай. Ну что там, нормально? Да, все. Напилась малышка, нормально. Окей, окей. Так. Ну, давай попробуй завести тогда. Да, давай. Ты вообще как, нормально разбираешься? А, вообще, кто садись. Вести будет? У меня, я могу. Я хорошо вожу. Правда, меня прав лишили. Нет. А ну, ты вообще умеешь водить? Я. Ну, я нормально вожу, вот Кевин нет. Да, я лучше тебя вожу. А, только у меня права при себе, а у тебя их отняли. Ой, отстань, а. Нет, я думаю, тогда лучше Джейкоб пустить. Окей, давай. Сейчас так, посмотрим тогда, давай. Сейчас заведу. Если не заведется, ну давай как-нибудь починим, не знаю. Так, ну-ка. Опа. Ты ключи всегда так хранишь, да? Да. Хотя я не пользовался из туалета, так что... Слушай, погоди, что-то... Ну что там? Вроде заводится, но вроде нет. Еще раз попробуй, давай. Сейчас. Вот уже почти. Ну. Не, чувак, что-то... Не, все нормально, я прожимаю все. Не, что-то я не понимаю. Так, погоди. Сцепление с тормозом не путаешь? Капот, открой-ка мне там. Дерни. Окей. Ну что, Кевин, нормально, думаешь, почистил там пока? Блин, конечно, ты что думаешь, конечно. Что за ведро? Что он там мучается, что ли? Чё ты там? Блядь! Чё? Крис, нормально всё? Да нас-то, сука, блядь, заводи, блядь! Чё там происходит, блядь? Пизду! Нет, короче... Я не знаю, ни хрена не получается. Да я всё смогу. А, Кевин, погоди. Кевин, слушай, Ебаный, блядь! Ну все, блядь! Че садись, блядь! Че такое, блядь? Блядь, фу, блядь! Пиздец, блядь! Ну вот на, включись, блядь, сука, блядь! Че такое нахуй, а? Сука, блядь! Сука, ебаный, блядь! Нихуя с ебаной машины, блядь! Да пизду вашу машину, сами делайте, короче. Все, не могу я. Фу, блядь. Ёбаный машин, ну, блядь. Ёбаный, блядь, жигуляха. Фу, блядь. Мать, введите в пизду, слышишь? Слушай, Крис, а я немножко в тачках разбираюсь. Может быть, не знаю, раз топливо залил, может, карбюратор или типа того? Как думаешь? Может, ты еще раз попробуешь? Просто у меня... Ну-ка, давай посмотрю. Не, кстати, может быть, да. Пс, ну, давай. Джейкоб! Пс, Джейкоб! А. Здорово! Привет. Я не прощу, ты че? Ты че меня пугаешь, придурок? Может, это... Джей, смотри. Не надо, ты дебил, что ли? Кевин, хорош, ну... А, блядь. Ладно. Да, это ёбаный карбюратор, да? Всё? Сделал? Ага, давай, ну-ка попробуй, сядь, ну-ка. Давай. Давай, ну. Сейчас. Так, ну-ка. Ага, давай. Опа! Смотри-ка! Чёрт! О, малышка завелась. Отлично. Ёбаная машина, блядь. Всё, так, топливо показывается, всё показывается. Слушай, давай, Крис, тогда садись на первое, а это, Кевин, да, давай ты на заднее. Там полежишь хотя бы, а то ночью вообще не спал. Ну да, нормально. Ну что, это, поехали тогда, давай? Да? Поехали! Давай. Окей. А куда едем-то, а? Так, вот, короче, помните, где разбились на кабинке, вот, к пещере к той самой? Ага, да, и что? Ну вот туда и поедем, а потом уже там на лыжную базу. А, то есть ты предпочел не пешочком, да, топать? Да, хоть немножко прокатимся. Окей, давай. Проветрить эту малышку. Давай. Кевин, когда мы выйдем из гаража, закроешь, окей? Да чё я-то? Ну, ты сзади сидишь. Ой, всё, иди. Так, ну-ка, оп, давай, закрой, пожалуйста. Давай, пойду. Чёрт, осторожно. Все нормально. Все. Ну что? Проедь чуть-чуть, ладно, пофиг, сам залезь. Давай, поехали. Давай.
Залез? Поехали! Окей. Все, давай. Так, окей. Так, Крис, и как мы будем вообще спускаться? Так, сейчас направо. Сейчас направо. Окей. Ага, ага. Вот к этой рагулине, да? Да, да, да. Вот давай. Сейчас. Тут небольшие горы такие. Так, стоп, ты небольшие. Погоди, ты хочешь сказать вот так прям? Да я так уже 100 раз. Да ладно, нет, поехали. Твою мать! Воу! Твою мать! Нормально. Воу! Твою мать! Воу! Крис, ты я жму тормоз и газ. Тормоз и газ. Все правильно, да, да? Вот да, так? Да, все нормально. О. Там столб, ебись, смотри. Да, какой столб? Тут проблема, куда? Там, алё, там спуск 90 градусов. Крис, да какие 90? Успокойся. Ну, 89. Вот, да. О, так, твою смотри. Мать! Нет! Я боюсь высоты! Твою мать, боюсь высоты! О, смотри, а вот мы приехали, вот. Так. Да, давай. О, ручничок, ставь. Погреби, сейчас. Вы чё рете? Ёбаный урод! Кевин, я сам обосрался! Ты не спал. Всё. Давай, глуши. Всё. Я вылезаю нафиг. Всё. Не-не-не. Приехали. Окей. Так, все, вышли все? Так. Черт. Да. Крис, а зачем нам вообще в эту пещеру? Ну, надо книгу одну забрать. Помнишь, я тебе вообще говорил то, что я все эти сведения собираю о этих тварях. Да. Ну, в общем, вся информация, она у меня записана. Стоп, то есть мы сюда идем ради той книжки с голодом? Ну да. Окей. Ты... Ладно. Давай, спускайся тогда, я следом за тобой. Так, Кевин, помнишь, аккуратно так же спускаемся? Да, конечно. Тихо. Аккуратность — это про меня. У-ху-ху! Я тут. Окей, смотри, сейчас я включу фонарик. Так, где он тут? О. Смотри, тут Кевин облокотился и своей массой сломал вот это вот заграждение. Это бывает так. Я не вижу, я слепой, мне... Это... Ничего страшного, ребят, давайте пойдем. Вы, если что, извините, я такой вот немного неэмоциональный и вообще странно, может, себя веду. Я просто удивился, то что, черт, живые люди и... Аккуратно, здесь это сломано все. Я ничего не вижу. Думал... Так, Крис, вот тут аккуратнее, тут надо это... Угу, да, прыгай я сюда. Тут уже был. Главное, сталактит не... Нет. Это сталактит. Сталкатиты! У-ху-ху, сталкатиты! Так, смотри, тут лампа, мы ее, кстати, включали, она рабочая. Но дальше вот тут вот обвал произошел, как, ну, мне хочется думать. Это же ты, да, бахнул здесь все? Да. Так что... Черт. Давай. Вот сюда вот. Кевин перетрудился. Давайте. Это... Давайте я вас здесь подожду, да? Какой он веселый. Черт. Давайте. Я не могу залезть. Ну вы там. Воу. Ах, вы меня наебать решили, да? Сговор. Давай, дальше. Идем. Ладно, пошли. Смотри, Крис. Вот тут вот. Вас на риск обвала тут. И череп. Мы отсюда взяли одну кирку, и видишь, мы разломали это. Угу. Да иди, господи. Все равно не мое, так что ничего страшного. Да. Как бы не я строил. Окей. Смотри, вот тут вот завал, ты, наверное, знаешь. И вот эта вот заметка, видишь? Ага. Да, вот за ней мы, собственно, и пришли. Ну, так, все. Тогда забирай ее, вот. Угу. Ага. Так, все, забрал? Да, и все, возвращаемся. Теперь давай, выходим. Куда мы теперь? Так, на лыжную базу давай, двигаем. За фотографиями. А, хорошо. Слушай, а что было... А, ты уже рассказывал, там же это, логово этих мразей за этим обвалом, да? Не выспался я в вашей машине. Ой, блин, слушай, Джей, помнишь это место? Ой, да. Блин, опять. Давай.
Опять упал. Твою мать, снова. Блять, ты просто... Да блин, опять упал. А, ну ебать, снова меня решили. Сговор. Вот вы ублюдки. Сговор. Ай, нормально зашел. Короче, ладно, пошли обратно тогда. На эту лыжную базу. Давай тогда первый скарабкаю сейчас. Вы где там? Подожди. Идем. Ага. Давай. Сейчас. О, смотри, тележка. Я первый ползу. Давай. Давайте за мной. Тут уголь добываем. Вы там ползете? Да. Черт. Ой, у тебя на подошве, кажется, какой-то странный камень. По-моему, в пещере даже теплее, чем на улице. Блять, ебаный будильник. Вам не кажется? Ну... Да. Наверное, так и есть. Блять, что-то вы меня реально наебать как-то решили. Сговорились. Так, все, давайте. Окей, фонарик тушу. Места. Ну что, на лыжную базу тогда? Ну, вон она, близко. Так, все сели, да? Да, да. Окей. Заводи давай. Блин, не примерно. А, все, нормально. Ну что, так же, да, по такой же схеме едем? Ну да, сейчас право и... Опа. Вон, прям поехали. О, твою мать! Вот. О, черт! Давайте пешком спустимся, а. Воу! Нормально, тут... нормально. Что-то качает немного, походу, нет? Походу, только Крису хорошо. Да блин. Да он привык, потому что. А, кстати, Крис, смотри, вот это мы тут бахнулись на этом, на кабинке. Да. Ты это, не серчай там генератор. Сломался немного. Да ладно, разберемся уж. Давай тогда вылезаем. Так, бам, я вылез. Все, так. Окей. Это, смотри. Вот, здесь мы, короче, очнулись. Я очнулся внутри, то есть меня даже вот сюда отбросило. Угу. Так. Ну вот, лыжная база, что-то там вот. Так, короче, значит, вы пока постойте на улице, покурите, а я сейчас скоро вернусь. Хорошо, ага, заберу. Было бы чё курить. Там-там, та-дам-там, там-там, там-там, та-дам-там, там-там. Ну, я тебе похлопать хочу, на самом деле. Та-дам-там, там-там, 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 та-дам-там, там-там. Прикольно, прикольно. Ой, блядь, Кевин, ты вообще башкой поехал, по-моему, не? Все ясно с парнем, потеряли. Где же мы, Крис? О, все. Нашел? Девица красная, мы тебя ждали. Так. Да-да-да, нашел. А что это такое? Фотографии? Так, ребят... Короче, мы теперь должны отправиться на завод. Завод называется Рентген. О, так это же тот завод, где это С4 производит, да? Да-да-да, и вот как раз... А где он, где он, куда топать? Да вот я компас взял, на север пойдем. На север? Это куда? Поедем! Это куда? Так, это вот туда, получается, вот в ту сторону. А, так это в той стороне же еще этот дом твой предыдущий, помнишь, который у рельс? То есть мы, если настанет ночь, то, я думаю, да. Ночь близкая. Да, я думаю, там останемся. Да, ну да, переночуем. Пошли тогда в машину. Угу. Кевин, да хорош там ползать, пошли. Господи, нет, Сви, я побегу от этого сумасшедшего. Не-не-не. Во, Крис, смотри. А, вот и дом, собственно. Вот здесь день, да. Припаркуй здесь. Вот здесь, окей. Блин, что-то мы довольно-таки продолжительное время ехали. Можно я тут посижу? Не-не-не, Кевин, нам надо зайти в дом, а то мало ли. Ну ладно. Помнишь того Виндиго, который подошел к нам, и мы его затроллили, сказали? Ага, я помню. А, ну-ну-ну. Ну что, вот твой старый дом, ты уж извини, что мы его спровоцировали, и он это, крышу сломал. Да я починю, я плотником был. Ты боб-строитель? Давайте уже, ночью же что-то. Дверь за собой, не забывайте. Все, щеколда. А где тут свет? Даже вот я свет. Помню, где тут свет. А, уже включили свет? Ку-ку. О, как тут все ярко, ё-моё. Ку-ку. А, кстати, так. Смотри, можешь свой дневник забрать, вот он. А, ну да, в принципе, пригодится.
кажется. Ну, мало ли, ты там схватил. Стоп! Чё? Так. Чё-то паранормальное, Крис. Чё это? Смотри. Что? Это таки, каким образом? Таким лампа включилась. Я не понял. В смысле? Чё? Ну, в смысле? В прямом смысле. Так это же мы включили лампу, алё. Не, как вы её включили, алё? Типа это... Стоп. Крис, ты каким таким образом? Да я не знаю, чё за бред. Чё за... Ну чё, пацаны? Чё? В жопу раз или вилкой в глаз? Что? Кажется, это то.